которые представляли наш регион в Петербурге, два были из Обнинска. Это Андрей Дубшев и Юлия Студенова. На этом самом Петербургском аккорде, где я проходила прослушивание Ольги Качановой, выяснилось, что я, оказывается, мастер утренней песни. Мне показалось много. Солнце.
падение света и тьмы, пламени с холодом, засухи с ливнями. Не понимаю, что делаю здесь, только не нужно мне счастье иное просто. Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты есть рядом со мной. Я хочу Вадима попросить. Юный конфуцианист. Тебе удобнее, короче, слышно в любом случае.